понедельник, 30 ноября, «Витязи» принимают «Рижское Динамо». Это будет вторая встреча соперников в Подольске. В первой уверенно победила наша команда 6-1. Впрочем, в Риге в очном противостоянии динамовцы поддержали реноме латышского хоккея, победив в упорной борьбе 4-3. Третий раунд и новая битва в Подольске. Только вперед и только победа. 30 ноября, понедельник. «Витязь», «Динамо», «Рига», 19:30.